Это все привоз, представляете? Вон и там написано привоз. Вот такой давай, рынок. Давай. Как пес. Тут тоже все, что хочешь, продается. Рыба. Скумбрия 62 замороженная, норвежская. Это ж тетя Соня. Полуфабрикаты, он что хочешь. Там тетя Соня стоит с котом. С бычками и с котом. Не будешь, Лень, кота не будешь заухать тёрты? Лень, некий котик. Красивый котяра, да? 3742, скумбрия 65, 46, мидии 132, филе 60 камбалы, маслянка. Где ж зубатка, интересно, есть, нету? А вот зубатка, 52 гривен килограмм, очень хорошая рыба. Тунец вот по 80 гривен килограмм. Скумбрия 65, сайра 56, сельдь 45, минтай 58, тушка пангасиса 61, треска 75. Глоська 35. Глоська. А что такое глоська? Да, ну почти там десь женщина торгує, и в ютубе показывали. Сейчас я попробую. Красная рыба 420, 355. Вишенки 46. Вишенки по 46. Гвоздь. Что такое гвоздь? Я никогда не знал. 35 гривен гвоздь. Что это за рыба гвоздь? Камбала 270. А вот это раки, кстати, накрытые, вот эти раки. Да, что-то где-то здесь покупали мы. Это женщина. Нема, да. Это тут мы покупали, а где я не помню. Ну, ладно, пошли туда. Такой вот рынок огромный. Видите, здоровый рынок. Ты что хочешь. Рынок, конечно, большой. Много павильонов, много всего. И фотографируется с этим котом. Не мешает памятник. Говорю, все фотографируются, не мешает оно торговать. Почему с веером еще телефон? Так, куда будем идти? Может, на выход? Икра 980-925 икра. Горбуша копченая. Мармань якийсь 290. Маслянка 290, барабуля 120, вомик 120, скумбрия 105, кальмары 90, растесемги, скумбрия. А вы мне какие хочешь узнать? Боже, какая рыба, глянь, мама дорогая. Глянь, какая рыба красивая, боже. Это щука, чи что это? Это щука, чи? Это сетрина. Как ее назвать? Это сетрина. А, сетрина. Щука. Ой, рыба, вот это мясо одно. А почем такая? 200 гривен килограмм. Ага. Это барабулька вот такая. Это рыба пила или игла. Пила. Это камбала одноглаза. Вон там вобла. Лянь. Тут лянь. Сколько рыбы? Мамы, наверное. Таранька вот такая красивая, глянь. Давай пошли, потому что сейчас будет. Да еще только пришли. Спасибо. Удачной торговли вам. Спасибо. Так, пошли. Боже, яка рыба, глянь. Глянь, ты это знаешь, что это осьминог вот это. Ребята, я купил, еле даю вот такой осьминог, да. Это кальмар, да. Кальмарчик. А я думал осьминог. А?
А вот эта пила, че что это? Игла. Игла, да? А сколько такая стоит примерно? 5-10 И ты сюда? Килограмм, да? Да. Покупателю. Удачи вам. Да. Уже поздно. Смотри, кажет этот, слышишь, мастер-шеф кричать на рынке. Надо текать, слушай. Так, Тарань Донская, 181 килограмм. Ой, блин, сколько всего, боже, ты чокнешься. Ну, пошли туда. А, это видишь, как называется, сарган рыба, 130 гривен. Я думал, это рыба-игла. Сарган. Леша, капец, вот это рынок, да, вот нам бы такой. А что у нас такого рынка нету? Что Одесса такой большой город, что у них такой большой рынок? Ага. Мягкое мороженое. Мороженое. Да не, мягкое не хочу. А что тут так дорого, да? Видишь, там дешевле в рядах. Меньше хочешь креветки. Креветки 29, 100 грамм. А, яма. Все в карман. О, раки живи, мама дорогая. Настоящие живи раки. А почем раки вообще? Вот 180 гривен. Килограмм, да? Ух ты, да, какие красивые. Мы не будем сюда. Прям настоящие живи раки. И когда-то в детстве ловили рака тоже. Это в море они ловятся или в речке? Нет, речки. В речке? А, вообще. Супер. Куда есть раки? В речке идти. А, и в лимане или в речке? Или они там рыба вообще живая телепается? Боже, блин. Это сом. Это сом, да, вот такие сусамы? Да. Ой, красивые ты, боже. И вот это сом. А где же их ловить? Это в море все водится? Да. Ой-ой-ой. Конечно, хочешь жить. Ага, хочет жить кто-то. Конечно, хочешь жить. Интересно. А вот это что такое с шипами? Какая будет шипами? Это скат, да, называется? Нет, это камбур. А, там скат. А можно еще помочь? Да, как здорово. Это осетерка, как здорово. С такими шипами. Ага. Скат. Я не знаю, что. Кар, 55. И вот тут, глянь, а что это? Тоже сом. Ой, щука. А где щука? А щука где у вас? Вот щука лежит. Тут одна такая красивая рыба такая, слушай. У вас такой рынок, конечно, у нас, я из Днепропетровска, у нас такого нема. И все. Сколько рыбы, сколько всего, да? Выбор огромный, конечно. Всего хорошего вам. Спасибо. А что она такая шипами? Я никогда... Боже, что это такое? А что это за рыба такая? Сом, да? Блин, такие огромные. А вот его голова, половина головы отрубана сома. Вот это гляня-ка. А что это? А это печенка, наверное, рыбья. Это печенка, да? А, икра, да. Толстолобики. Это что, в море водится толстолобик у вас? Чи в речках? В речках, да? Видишь, в речках водится, что не только в море, а еще в речках, да. Ну, наверное, торгуют рыбой, они так и есть, сетер лежит. Бычок 12, 18. Боже, какая рыба огромная. Как же ей надо поймать такую рыбу, слышишь? 17, Вероника. Огромная рыба. Это камбала вот это называется. Я не думал, что она такая с шипами с этой стороны.
Это вообще такая... Я не думал, что она с шипами такая с этой стороны. Казалось, гладкая такая, та ж с бородавками и чешу. Блин, креветки по 10 стаканчик разные. Ну, что-то их не очень. Нет. Настоящий рак? Резина? Блин, сколько ряду вообще. По 20-ки креветки. Пошли отсюда, давай выходим. О, ну он кажется...